Караганде может не появиться аллея белых роз. Фанаты знаменитого певца Юрия Шатунова решили своими силами обустроить место памяти в Центральном парке и даже взяли на это разрешение. Однако выяснилось, что не все так просто. Ирина Вабищевич расскажет подробности. Вот этот вазон установлен от Марины. Село Москворецкое, это Петропавловская область, поклонница Юры. Она ездит за нами на все наши концерты. Вот такие прекрасные розочки будут расти от нее, от нашей фанатки. Вот еще один, да? Да, вот еще один вазон. Он установлен от нашей группы «Ветер перемен», от всех наших солистов, от меня. Идея создать место памяти музыканту в парке в Березовой роще принадлежит Юлии Адильхановой, организатору движения «Ветер перемен». В прошлом году здесь высадили в грунт белые розы, но они не прижились. Теперь все засадили ромашками, а белые розы решили сажать в такие вазы, и любые поклонники могут поучаствовать. И таких ваз может быть много, говорит Юлия. Стоимость вот такого вазона? Около 23 тысяч. Полностью с розами, полностью со всем. Вот. Заборчики вот такие мы будем устанавливать. Скамейки, урны. Вот здесь мы высадили полностью везде ромашки. Жизнь Юлии кардинально перевернулась после ухода из жизни кумира. Она не имела никакого отношения к музыке до того, а после неожиданно для себя смогла самостоятельно организовать концерт в парке, который имел огромный успех. А также зарегистрированная группа гастролирует по Казахстану с расписанным графиком на месяцы вперед. Аллея белых роз – это, по ее словам, еще одна идея и дань памяти артисту – место, где фанаты смогут собираться. В идеале хотят еще установить памятник или хотя бы памятный знак. Но сегодня все пошло не по плану. Администрация парка, пока в грунт сажали цветы, ничего не имела против, а узнав о появившихся вазонах, вежливо попросила все убрать. Мы здесь вешали баннер, нам не дали повесить баннер. Теперь мы стали устанавливать вазоны. Мне с утра сегодня сказали о том, что вазоны устанавливать нельзя, хотя с директором парка и с акиматом все было обговорено, разрешение есть на руках, начиная от 2022 года. Здесь никакие сроки не указаны, ничего не прописано. Разрешение дал отдел культуры 2 года назад. По словам представителя администрации парка, необходим проект и согласование на текущий год. Сейчас мы без контрольно все это будем делать, допустим, уже. Каждый второй будет здесь организовывать такие мероприятия, вот так вот. Завтра мы порядок не наведем в парке, получается. Нам надо, вот, допустим, каждый раз, вот нам, допустим, с каждой организацией, даже мы требуем, даже с акиматом согласовывать, проведение данного мероприятия, допустим, должен проект. Что происходит, что должны там, допустим, какие мероприятия проводятся, что там благоустройство, в чем, в каком плане происходит, нам мы должны знать письменно. Все логично. Самостоятельность приветствуется в самовыражении, но никогда касается мест общественного пользования. В управлении парками говорят, что должны знать, что происходит на подведомственной территории и что тут собираются устанавливать или даже сооружать. И кто за все это будет отвечать в случае чего. Юлия не намерена опускать руки. Это аллея, конечно, наша любимая, которую мы хотим все-таки видеть. Мы все фанаты. Она сейчас в данный момент находится под угрозой. Возможно, она будет, а возможно, и не будет. Но все равно я, вопреки всему, делаю, потому что мною движет любовь и память о Юре. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Ирина Вабищевич, Зулхарнаис Махаев, Равиль Валеев, 5 канал.